Ну, однозначно могу сказать, что я не тот человек, который пришел. Я больше не хочу жить так, как я жила, инстинктивно плывя по течению жизни. Я понимаю, что все в руках Аллаха и в моих руках. Семинар Шамиля Алиудинова – это инструмент, который позволяет реализовать свои возможности. Своим личным примером, примером успеха. И, казалось бы, в такой области, которая не подразумевает под собой некий финансовый достаток, Шамиль показывает наглядно, что невозможное возможно. И это действительно вдохновляет. Те задания, которые Шамиль Алиудинов давал нам на семинаре, они всячески помогли раскрыться, то есть залезть в свое подсознание, раскрыть свою истинную суть и через нее понять, кто ты на самом деле, что тебе нужно в будущем и как достичь того, что ты хочешь. Шамиль Алиудинов нам дал инструментами, которыми мы можем пользоваться, каждый из нас, и достичь того успеха, который мы хотим в этой жизни. Помочь своей семье, близким, родным, не только в финансовом плане, в развитии, в обучении, в том, как найти себя в этой жизни. И Шамиль Хазрат четко показал, какие есть у нас подсознание проблемы, которые нам мешают реализовываться в жизни и реализовываться и осуществлять свои цели и мечты. Семинар на самом деле полезен широкому кругу людей. И здесь нет привязки к вероисповеданию, профессии, мужчинам или женщинам. Каждый найдет для себя что-то ценное. И вопрос только в том, найдет ли он в себе силы, захочет ли он применить тот, воспользоваться этой возможностью, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Ну, я очень довольна, потому что, во-первых, в первый день я этого не почувствовала, вот только на исходе второго дня я поняла, вот у меня пришло осознание, как я жила. Тот опыт, который, конечно, был в моей прошлой жизни, он играет тоже большую роль. Я не могу сказать, что я прожила бесцельно эти годы, да? Все равно этот опыт для меня – это большая опора, но с теми знаниями, которые я получила здесь, я могу изменить свою жизнь к лучшему. Не только к лучшему, а добиться всего, что я захочу, Аллах Берса. Я давно слушаю, регулярно слушаю проповеди Шамиля Алиудинова и имел опыт общения, работы с бизнес-коучами. И на самом деле Шамиль Алиудинов меня вдохновляет своим личным примером и действительно просто окрыляет, и не просто окрыляет, а дает реальный инструмент работы над собой. И будь то в финансовом плане, будь то в духовном плане, в семейном, в плане здоровья. Мне очень приятно, что в России есть такие люди.